Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Ой, слушайте, дети вернулись из лагеря, у нас была неделя лафы, мальчики были в футбольном лагере, потому что они увлекаются футболом, они занимаются, у них там каждую неделю были тренировки, и они второй год подряд ездили в футбольный лагерь с их тренером. Еще там какой-то бывший футболист, который играл и в Португалии, и, короче, с этими знаменитыми футболистами он также участвовал в футбольных матчах. Ну, короче, им было интересно, их тренировало два тренера. И я осознала, что даже когда они ходят в школу, все равно я очень много времени им посвящаю, всем делам, связанным с ними, много времени проводим вместе, и, конечно же, больше стирки, больше уборки, в доме гораздо чище, когда только мы вдвоем и собака, но мы сами выбирали родительский путь, я просто с вами делюсь, это не к тому, что, о господи, у всех все гораздо лучше, или у нас там, не знаю, как-то не так, как у людей, но поделитесь, как вы организовываете летнее время ваших детей, потому что они были в одном лагере, и пока что я никуда их больше не записывала, мы стараемся с мужем меняться, то есть там в первой половине дня он работает, потом он с детьми. Вечером, кстати, мне часто не хватает дневного света. Ну, короче, это непросто, и у нас такая ситуация, что нет возможности отправить их куда-то там к бабушке или к дедушке. Деда мне жалко, потому что он у нас, ну, слабый, он так сдал по здоровью еще в прошлом году. Ну, вообще, такой возраст, знаете, не хочется никого нагружать. Дети-то наши, а не бабушкины, дедушкины. В Украину я тоже не могу их отвезти хотя бы на недельку. К маме. Война, все дела. Господи, когда это закончится? Ну и, в общем, если им как-то не занимать их свободное время, то они будут сидеть на PlayStation или в телефонах. И нужно постоянно следить за тем, чтобы они не втыкали в гаджеты. Ну, хорошо, поиграли в футбол. Ну, они потом начинают биться, балуются. Ну, короче, вывожу их куда-то то на пляж, то на прогулку, то еще куда-то. И вот так проходят наши дни. Конечно, я хотела бы еще раз свозить их на море. Посмотрим. Ничего не бронировала девочки, но это опять же там 1-2 недели и еще остается месяц. Мы даже подумывали с некоторыми родителями меняться, то есть там все дети у нас, потом на следующий день все дети у них. И это наболевший вопрос очень многих родителей здесь, в Польше. Часть наших знакомых там просят бабушек, дедушек помогать, но в основном как-то все сами стараются заниматься детьми. И я вам просто говорю, что у меня чуть меньше времени на YouTube. Не знаю, наверное, будет больше влогов или как это все делать, потому что но они тоже требуют внимания, и по сути это единственные такие долгие каникулы, когда можно как-то продуктивно провести время с ними. Плюс вот эти все завтраки, обеды, ужины, где-то можно что-то перекусить в городе. Но 2 месяца это, блин, долго. Так что я не вылезаю из стирок, из уборок. А по поводу уборки. Вы меня спрашивали, вызываем ли мы клининг. Где-то раз в месяц, в полтора, да, но у нас большой дом, у нас 3 этажа, 3 санузла, гараж, вот, и собака, которая каждый день приносит какую-то грязь. Поэтому даже если бы каждую неделю приезжал клининг, все равно каждый день тебе нужно пройтись пылесосом и помыть пол, иначе никак. Ну, то есть там пару дней можно пропустить, и, поверьте мне, у меня нет обсессии на пункте, как это плетают слова. В общем, я не концентрируюсь, не зацикливаюсь на чистоте, но ты ходишь, и ты просто уже видишь мусор, при том, что я не сильно обращаю на это внимание, типа, когда уже под ногами ощущается, тогда пылесошу, а не так, что там каждый день, знаете, религиозно. И вот если приглашать клининг каждую неделю, то это очень большая сумма, то есть за уборку нашего дома это около $200, и 4 раза в месяц, ну, сами посчитайте, то есть ты работаешь и на дом, и так далее, ну, понимаете,
Дом живет своей жизнью, и все равно то там что-то грязное, и это нескончаемый процесс. И вот, допустим, я убиралась из дома, Томик вернулся и до ночи тут наводил порядки в саду. И да, мы вызываем пару раз в год садовника, но все равно вот розы очень красиво выглядят у входа, но осыпаются лепестки, их тоже нужно подметать, или там мусора у нас тоже много. Мы разделяем пластик, вот это вот все био, микс, бумага, все это отдельно, и просто вынести мусор, это уже полчаса времени, это все еще раз там пересмотреть, это все отнести в отдельные места. И какой бы ты клининг не вызывал там каждую неделю, все равно это ежедневный процесс, без этого никак. Интересно, как мы тут будем это в старости? Когда-то Томик сказал, что дети вырастут, мы продадим дом и купим что-то поменьше, потому что он не маленький. Участок у нас небольшой, но тут тоже шуршишь. А, кстати, я сейчас еду за овощами, за фруктами, и я подустала уже от котлет, от тефтелей, хочу сделать что-то очень классное, вкусное, десертик летний, клубничный, так что поделюсь с вами рецептом. Хочу еще купить новые цветы, чтобы у входа стояли, потому что наши уже чуть-чуть это завяли, а хочется максимально насладиться этим коротким летом, оно у нас долго не могло наступить, наконец-то жара. Нет, и все быстро закончится. Поэтому каждую минутку хочется, вот, знаете, за нее ухватиться и каждую минутку по-настоящему прочувствовать это лето, зарядиться. У меня совершенно другое настроение, когда за окном солнце, когда все такое яркое, красочное. 9 месяцев в Польше, в Кракове, не буду говорить обо всей Польше, очень серо, дождливо, температура неприятная такая, поэтому ты цепляешься за это лето всеми частями своего тела и души. Я поехала, и потом встречаемся с вами за готовкой или посмотрим. Все, привезла, давайте будем вместе печь вкусный клубничный десерт. Это такой пирог на шоколадном бисквите с клубнично-сливочной пенкой. Это очень вкусно, я пробовала у своей подружки на гриле. И как раз рецепт из Термомикса, если он у вас есть, то оставлю вам ссылку на рецепт там. Если же нет, то обязательно понадобится миксер и, наверное, блендер для клубники. Что из продуктов необходимо? Клубника, сливки, 2 упаковки клубничного желе, немного растительного масла, сахар, мука, разрыхлитель, какао и яйца. Я уже подготовила форму. Вы часто спрашиваете о размере моих форм. Некоторых я знаю, некоторых нет. Вот это где-то 36 сантиметров на 20 с чем-то, и высота бортиков 6. Можно взять меньше, тогда просто ваш бисквит будет чуть выше. Ну, то есть 30 хотя бы на 20 с чем-то, и высота, конкретно этот пирог, он все равно не будет слишком высоким, так что окей. Я уже подготовила все, видите, застелила бумагой для выпечки, и делаем бисквит. Из 6 яиц я отделила белки от желтков, и сначала взбиваем белки. Я все буду делать в термомиксе, а вы в миксере и в мисочке, если его нет. Тем временем разогреваем духовку до 180 градусов. Взбиваем до образования пены, ну, наверное, минуты 2. Столько времени это занимает у меня здесь. И теперь продолжаем взбивать уже 3 минуты на не слишком больших оборотах. И при этом добавляем желтки и сахар. Точные пропорции под видео в описании. Ну, я еще помню, здесь 170 грамм сахара. Поехали! Слушайте, наверное, логичнее было сначала добавить сахар, а потом желтки. Ну ладно, как сделала, так сделала. Хорошая мысля приходит опосля. Помните, так в детстве говорили? Добавляем 100 грамм муки и чайную ложечку разрыхлителя, но без верха. Перемешиваем или чуть взбиваем пару секунд, чтобы все это смешалось.
Еще раз мука, но в этот раз 80 грамм, 20 грамм какао темного, 50 миллилитров растительного масла. И еще раз все смешиваем на средних оборотах, тоже секунд 10. Выливаем тесто в форму. У меня не очень хорошо все смешалось, ничего страшного. Немножко помогаем тесту распределиться. Выпекаем 20-25 минут. Так как у меня тесто невысокое, то после 18 минут я уже начну поглядывать, не нужно ли доставать. 20 минут прошло, я думаю, что окей. Теперь что мы делаем? Чтобы бисквит не хлюпнулся, будет очень обидно, если он решит это сделать в этот раз. Чуть-чуть приоткрываем духовку. Еще 15 минут держим в таком состоянии. Только потом достаем. Я говорю, а камеру не включила. Какая я молодец. Господи, я уже подготовила клубнику. Девочки, смотрите, вам не обязательно использовать клубнику. Вы можете экспериментировать. Это вообще как бы основа, в которую вы можете подмешивать любые ягоды. Но если вы берете там малину, например, то возьмите малиновое желе. Если чернику, то... Есть ли черничное желе? Просто в Польше есть из агруса, их очень много, и даже прозрачное. Суть в чем? Мы должны сейчас растворить две упаковки. Я одну уже высыпала, так как камера не работала, я тут ля-ля-ля, тополя, и готовила с вами. Мы берем кастрюльку, я в своей помытой машине все это проделываю. Если ее нет, термомикса, да, то берем кастрюльку, наливаем 170 мл воды, не столько, сколько указано на упаковке желе, и в 170 мл воды мы растворяем две упаковки желе. В Польше очень часто делают такую как бы основу для всевозможных десертов. И у нас еще будут сливки. Так что можете вообще играться и не обязательно делать то, что я показываю, а вообще бисквит без какао, например, любые другие ягоды, фрукты, любое желе. Желе у меня с сахаром. Мы берем его. Если его нет, то добавляем еще дополнительно сахар и просто растворяем, да, на огне так, чтобы полностью растворился желатин. Вот у меня все растворилось, и теперь мы должны измельчить ягоды. Для тех, кто готовит без термомикса, берем блендер, и там измельчаем до состояния пюре клубнику, где-то 200 грамм, не всю. Я же прямо сюда насыплю, я ее, конечно, помыла, почистила и немножко нарезала. Вот такая пенка у нас должна получиться. И когда вы взбиваете клубнику, вы можете потихоньку подливать растворившееся желе, чтобы потом все равномерно перемешалось. И охлаждаем все это дело, ставим в холодильник на 25-30 минут. Тесто готово, достаем из духовки и даем ему окончательно остыть. Где-то час, наверное. Я как раз успею выгулять Юкасю, и этот пирог лучше делать или рано утром, если ждем гостей, после обеда, скажем, или же с вечера, чтобы утром точно все застыло. И поверьте мне, вы не пожалеете обо всех этих танцах с бубнами, потому что это очень-очень вкусно. Снова берем наш миксер, охлажденные сливки, пол-литра, у меня 30%. Взбиваем миксером, продолжаем взбивать. И потихоньку добавляем наше остывшее желе с ягодами. На остывший бисквит выкладываем клубнику. Просто нарезанную. Как-то это немножко распределяем, да? Чтобы клубника была более-менее везде. И заливаем пенкой. Когда это все застынет, то будет такое, типа, как, знаете, как птичье молоко. Вот. Ставим в холодильник минимум на 4 часа. А лучше на всю ночь. Ура! Тортик готов. Если хотите, можете украсить все еще и взбитыми сливками. Получилось очень вкусно и нежно. Он прям такой воздушный. Все хорошо застыло, девочки. И еще, я об этом не подумала, но в следующий раз сделаю так.
Круто было бы пропитать бисквит еще и каким-то сиропом. Может, у вас есть компотик, например, чуть-чуть полить, тогда, ну, он и так мягкий, в принципе. То есть, вообще, никаких претензий к этому десерту у меня нет, но просто мне кажется, что так было бы еще лучше. Обязательно попробуйте, это очень-очень нежно и вкусно. Для лета самое то. Покажешь нам, Игнат, вечерние развлечения? Ребенку 8 лет. Это настоящий мотоцикл, на секундочку. Только для детей. О боже. У мамы стресс. Пока волосы подсыхали, я успела накраситься. Сейчас давайте вместе уложимся. Сейчас на корни нанесу вот такую вещь. Это спрей для объема антигравити от Кевина Мёрфи. Сейчас, наверное, с вами буду болтать, блин, и волосы окончательно высохнут, потому что у нас тепло, хоть и пасмурно за окном. Ничего не вижу, но, в общем, наношу на корни только сверху, потому что хочу здесь именно придать объем. И вы знаете, короткие волосы мне, с одной стороны, очень нравятся на мне. У меня сейчас, наверное, не самые короткие в жизни волосы, но как бы в основном большую часть моей жизни они были гораздо длиннее. И в моем случае это не совсем удобно, потому что мне нужно мыть голову каждый день при такой длине и каждый день ее укладывать, иначе на голове у меня черти что. Я возьму свой стайлер Dyson, он из какой-то лимитированной коллекции, поэтому он с медными вот такими элементами. Надеваю насадку для прикорневого объема, хотя я часто ее использую для того, чтобы просушить волосы по длине. У меня с этим стайлером такие отношения люблю и ненавижу, потому что, с одной стороны, это удобно, но я не пользуюсь насадками для накрутки, потому что на моих волосах укладка с ними все равно не держится долго, и кудряшки на себе я не очень-то и люблю. Поэтому можно ли его заменить обычной фен-щеткой конкретно мне? Можно, но я использую его и как фен, и как что-то для укладки. Так, девочки, наверное, сегодня не получится, потому что я тут тарахчусь, что все точно высохнет. Теперь разделяю волосы. Поднимаю верхнюю часть, ее я сушу в конце. Использую вот такую заколку из Алика. Меняю насадку на круглую и сначала сушу нижние пряди. Разделяю снова. Я смотрю в экранчик, потому что у меня здесь окно. И нет зеркала. Достаю больше этих прядей. И продолжаю сушить слоями. Причем с этой насадкой я сначала вот так вот креплю ее ближе к корням, просушиваю их и опускаюсь по длине. Девочки, я вам напоминаю о том, что я нифига не умею делать укладки, поэтому от меня не ждите каких-то супер там уроков, потому что я это ненавижу делать, во-первых, а во-вторых, не особо-то и умею, поэтому у меня это вынужденная мера, так как волосы сами по себе не лежат хорошо, об объеме можно и забыть, так что каждый день просто думаю, все, я отращиваю волосы, состригу... Ну как, уже не сожженные волосы, но, блин, состригу этот AirTouch, который я делала, и на этом, я думаю, что моя стрижка будет длиннее.
И теперь в конце самый верхний слой, который уже практически сухой, я только приподниму опять же у корней и досушу кончики волос, хотя они уже практически все. Начинаю с макушки. На этом даже не совсем укладка, а скорее сушка, укладка готова. Я не люблю на это тратить время, и я редко когда сушу волосы вот прям сразу, когда помою. Я даю им время подсохнуть, и весь этот процесс, ну то есть укладка сама по себе и досушивание волос, у меня занимают ну, максимум 5 минут. Если так каждый день делать, то... Поверьте мне, это реально может задолбать, поэтому я уже подустала от этого всего, но по-другому никак. У меня такая текстура волос и с влажностью в Польше, ну, это правда максимум того, чего можно добиться от моей структуры волос. И то, девочки, хочу вам сказать, что когда я только осветлила волосы, в конце осени, наверное, у меня были очень сухие концы, то есть то, что сейчас, это уже и так, слава богу. И что касается утюжка, сейчас я от него отказалась, именно после вот этого осветления, чтобы больше их еще как-то не травмировать. Но раньше я могла себе позволить там вытянуть пряди у лица, тогда это, ну, это как-то еще более, знаете, аккуратно выглядело, то есть волосок к волоску. Если у вас такая же структура волос, как у меня, то есть они не пористые, тоненькие, и вы хотели бы себе отстричь лонг боб или каре, то имейте в виду, что это ну, практически ежедневный головняк. Иногда там на второй день я могу их связать, но так как за окном жарко бывает, или парка наоборот, в Кракове я регулярно занимаюсь спортом, поэтому у меня особо нет выхода. Обязательно нужно мыть голову. Если бы я могла отказаться от этого... Нет, давайте не так. Если бы я могла отказаться от каких-то ежедневных бьюти-процедур, то это точно была бы сушка и укладка волос. Вот не люблю, хоть убейте. Девочки, у меня какой-то диссонанс в голове. Вы мне пишете... Оля, у тебя такой идеальный порядок везде. Нет, я просто часто убираюсь, но вообще я человек хаос. Хаос. Потому что очень часто, ну, когда я просто собираюсь там куда-то, то, конечно же, я такое не навожу, но когда я что-то ищу, копошусь или собираюсь снимать видео, тогда я быстро крашусь, все бросаю, выхожу, и вот так это выглядит потом. А если мне нужно найти что-то для конкретного ролика, то я переворачиваю весь дом, и убираюсь уже только потом. Я тут решила дальше расхламлять свой косметоз. У меня также появилось несколько новинок. И сегодня я хотела бы замотивировать вас перебрать старую косметику. Убрать то, чем вы не пользуетесь. Возможно, подарить кому-то из подружек, если срок годности окей. И просто, возможно, кому-то это подойдет больше. Здесь я уже собрала, ну, не только то, что мне не подходит, но и есть какие-то любимцы или просто слишком много всего. Я решила поделиться. Вот у меня есть девочки, которым я все это отдаю. Вот уже первая, не коробочка, но первый пакетик готовый. Здесь много-много всего. И тени, и туши, и блески, которыми я не пользовалась. Потому что то, что прикасается к слизистой, я предпочитаю не дарить. Решила отобрать свои карандаши для глаз. А то у меня для губ очень много, как видите. Да, я их еще и регулярно теряю. Но когда они еще смешаны с подводками и карандашами для глаз, то я вообще ничего не вижу. Да, это нюдовые карандаши в основном. И поверьте мне, они все разные. Кисточки тоже отправляются в помывку. Вот те, которые для тона, я всегда использую по одному разу. Поэтому у меня их много. Поставлю сейчас чистые. Вы часто спрашиваете о кисточках, но я не хочу снимать отдельное видео, потому что его мало кто посмотрит, а я потрачу очень много времени. Поэтому сейчас покажу. Это мои любимые для тона и для кремовой коррекции. Также для кремовых румян Seventeen. Она так и называется, кисть для тона. Им уже несколько лет и до сих пор в безупречном состоянии. Это синтетический ворс.
и она не слишком плотная, такая вот прям как надо. А вторая у меня есть и в мини-версиях, я всегда вожу ее с собой в поездки, она гораздо меньше, это Real Techniques. Я видела, что она отдельно продается у меня из какого-то их набора. Для пудры вот такая от EcoTools, и также из AliExpress, я оставлю вам ссылку, сейчас где-то она тут затерялась. Для бронзера написано Charlotte Tilbury, но на самом деле я заказывала ее из Алика. Она идеально подходит или для скульптора, или для бронзера. Хотя написано, что типа для румян. Для румян она слишком плотная для меня. Для румян вот это мне нравится. Это такая старушка, девочки, ей лет 5. Real Techniques, они по сей день продаются, только вот за 5 или 6 лет уже слегка потрепалась ручка. Но ворс не выпадает вообще. Ни одна волосинка с нее не упала. Для пудры под глаза выбираю вот такие кисточки. Это натуральный ворс Alec My Destiny. Но у меня есть и Зуева, и очень старые кисти Шик, и всеми по сей день пользуюсь, но они регулярно у меня моются. Поэтому раз есть чистые, раз что-то в стирке. Люблю иметь большую пушистую кисть, у меня большие глаза, поэтому мне удобно таким краситься. Это тоже My Destiny. Ну а для более детального макияжа глаз я беру кисточки поменьше. Оранжевые – это Alec. Они не дешевые, но вы их у меня наблюдаете уже тоже лет 5, наверное. А с черными ручками – это польские бренды Hulu и Hakura. А вот это Зуева. Вот еще не представляю свой макияж без такой кисточки. Это Зуева, у меня много похожих, но вот это самое удобное для стрелок, для гелевой подводки, для теней, если тенями рисуем стрелочку, и также для бровей. Она тонкая, она не портится со временем. Это любовь. Контейнеры помыла, уже перетерла все, и так сразу как-то легче. Кремовые тени для век, Glam Shop, не могу от них оторваться, и стики Kiko. Тени MAC это must have уже сквозь годы. Для быстрого и легкого макияжа глаз. Это все прессованные тени. Для тона я продолжаю использовать спонж, который я только что помыла. Это iMagic, тоже на Алике покупала. И вот только спустя несколько месяцев регулярного использования он начал трепаться. Это нормально. Ни один спонж у меня не живет годами. И видно, какой частью я пользуюсь чаще всего. Он очень удобный, мягкий, классный. Я прям не ожидала. Ну, буду заказывать еще. Обожаю свой уголок, я могу здесь буквально сидеть часами, но вообще больше всего мне нравится, когда косметика разложена по местам и по категориям. Это облегчает мой даже самый легкий, простой повседневный макияж. А уж тем более, когда готовлюсь к видео, то мне гораздо проще так все найти. Люблю смотреть, чем пользуюсь, чем нет. Также разбираю новинки, которые периодически мне присылают бренды. Добавляю что-то новое. Стараюсь этим попользоваться какое-то время, прежде чем сделаю обзор. И вообще, глаз радуется, когда все так разложено, красивенько. И в этот вечер у меня были и другие дела, но я отложила все и решила сделать то, что доставляет мне удовольствие. Тут я ругаюсь на палетку Charlotte Tilbury, но об этом я расскажу вам как-то в другой раз, потому что этот влог был бы бесконечным. Без пудры Dior я однозначно могла бы и прожить. Но вот эта темная, она классная, как бронзер, оттенок 4N. И я поставила себе цель закончить ее, ну, не знаю до когда, но закончить. Вот эти малышки крутые. Наташа Денона, все мини. Мини-нюд, по-моему, называется, универсальная. Просто развалилась упаковка, поэтому уж стараюсь даже не возить с собой куда-то в поездке. А вот это, похоже, даже более удачная подборка оттенков, чем в Camel. Это Catrice, девочки. Если собираетесь куда-то в отпуск и нужно минимизировать косметичку, ну все, потащить с собой, то удобно. Ну так гораздо лучше, я должна вам сказать. Все поубирала, все протерла.
Я в последнее время очень люблю убираться. Как вы могли заметить, меня это отвлекает, меня это расслабляет, и я по-прежнему люблю косметоз, и это просто неизлечимо. Что сказать? Здесь у меня собраны мои любимые помады. Конечно, у меня их гораздо больше, но нет возможности выложить все и сразу. И вообще, чтобы добро не пропадало, я очень многое отдаю. Конечно, вы скажете, зачем типа столько покупать? Потому что мы меняемся, девочки. Меняется мир косметики, и как ни крути, я отчасти тоже бьюти-блогер. Ситуация следующая. Я одна на хозяйстве. Томик спонтанно забрал детей, и они поехали ночевать в палатках, а потом будут кататься на велосипедах. Велосипеды я еще люблю. А вот ночлег в палатках – это как-то не мое. Не хочу им портить такой вид отдыха, поэтому я осталась дома. И сегодня, после долгого дня, я хотела бы принять ванну. У нас уже вечер. Я сейчас создам себе атмосферу для релакса и покажу, что я тут буду делать. Скажите мне, какая пена для ванны лучше всего пенится? Потому что я купила вот эту, и она какая-то очень-очень слабая. Хоть полбутылки выливай. Но я нашла дома еще вот такую. Наверное, муж ее покупал. Какой-то польский бренд, что ли. Может, она будет получше. Возьму ее. Также у меня есть гениальная штука антистресс. Это соль для ванны. Она с приятным ароматом лаванды, и она очень-очень хорошо расслабляет, так что я сегодня буду чудесно спать. Перед ванной по плану еще сухой массаж. Я не стану вас обманывать, я его не делала 100 лет, у меня аж щетка примялась. У меня она, между прочим, еще не одна, когда-то очень любила. Это мои любимые масла, которые я наношу на влажное тело. Тогда они лучше впитываются и меньше расходуются. Масочка для лица сегодня будет увлажняющая. А вот эта полка для ванны у меня из AliExpress. Она подходит для любого размера ванны, потому что она расширяется и также классно. Сейчас покажу. Можно разложить такую подставку, как бы поставить книгу, iPad, у меня будет только телефон. Единственное, что следите, чтобы на вот эту полку не попадала вода. Я не уследила, и у меня уже немножко появились пятна. Но ничего страшного, тем не менее, она служит очень хорошо. По сей день, ей уже несколько лет. Вот удивительно, смотришь видео и кажется, что я только то и делаю, что наряжаюсь, крашусь, укладываюсь и, в принципе, посвящаю себе очень много времени. На самом деле, девочки, у меня не так много его конкретно для себя. Утренний уход, вечерний, там, смыть все. Это, конечно, хорошо, но у меня происходит все максимально быстро и крашусь вот так, как вы видите. В моих роликах я в основном только для видео, а каждый день это минимум времени и минимум макияжа. То, на что я действительно не жалею времени, это тренировки. Об этом я расскажу в конце влога, зачем, как и почему. Но вот так, чтобы валяться в ванной беззаботно, поверьте мне, такое случается не часто, но я очень рада, что я себе это позволила. Это меня расслабило, и да, я выбираю себя. Завтра утром иду сдавать анализы, чтобы посмотреть, в каком состоянии мой организм. Я давненько этого не делала. Восполнить дефициты и вообще проверить, на что он сейчас способен, что он сможет вынести. Пару лет тому назад я вам рассказывала о том, что у меня небольшой диастаз и также грыжа в области пупка. Это было, дал бы Бог памяти, время так быстро летит, девочки, что я иногда вообще забываю, когда что происходило. Но точно не в прошлом году, 2 или 3 года тому назад, о том, что у меня
небольшой диастаз. Что это такое? После второй беременности у меня не до конца сошлись прямые мышцы живота. И, конечно же, они во время беременности расходятся. Но нормальным является то, что они восстанавливаются через какое-то время. Не сразу. Это длительный процесс, но за этим нужно следить. Я не то чтобы не уследила, я была у гинеколога, и он мне сказал, что, Оля, у тебя диастаз. Я получила там список упражнений. Юки храпит на фоне, блин. Как ни одно, так другое. Я не могу ее куда-то там, знаете, переместить, потому что для Киты очень важно быть рядом с человеком. Вот это такой контакт, это собака-компаньон. Так что если она будет храпеть на фоне, то сори. Значит, я получила список упражнений, все выполняла, но я видела, что визуально мой живот все равно не такой, особенно пупок. Не такой, как и до первой беременности, и после нее, потому что диастаз у меня образовался после второй беременности. И потом я ходила к одному тренеру, после которого, вот я по фотографиям четко вижу, стало хуже, при том, что я его предупреждала, что у меня такая проблема. Я думала, что мы как-то поработаем и станет лучше. Это был просто тренер из спортзала, да, только частный. Занимались мы прилично, и мне кажется, что стало хуже, но в любом случае у меня начала болеть спина. И я обратилась к специалисту именно со спиной. Начали выяснять, что такое. Оказалось, что спина окей, но просто живот слабый, и вся нагрузка идет на спину. Из-за этого такие боли. Конечно же, я много всего тяжелого поднимаю до сих пор, потому что, ну, блин, вот так вот складывается, и не всегда есть возможность что-то разделить на маленькие сумки. Ну, короче, пару лет тому назад я пошла уже к хирургу. Да, если у вас есть какие-то подозрения, что у вас диастаз или что-то не так с животом после беременности особенно, можете пойти к хирургу и проверить, все ли окей. Потому что многие девочки спрашивали в Инстаграме, как я обнаружила. Ну, визуально видела, но как бы диагноз я не сама себе поставила. Этим занимается хирург, или вот так, как мне гинеколог тоже обратил на это внимание мое. И, значит, я была у хирургов, причем у нескольких, и в государственной клинике, и в частной, у пластического хирурга. И пластика, ну вот та именно, которую мне могли бы сделать, это полностью разрезать от бедра до бедра, буквально по линии трусов где-то, вот где кесарево, или чуть ниже, просто смотря кто какое носит белье. Вот, и очень-очень длительное восстановление. Но у меня был шанс поработать с этим диастазом, но грыжу все равно невозможно убрать упражнениями. И мне пластический хирург сказала, я очень хотела, даже если пришлось бы это делать, чтобы шов был аккуратненьким. Она сказала, Оль, ну нет смысла это делать в твоем случае, потому что не особо есть что откачивать, там жир, и не особо что натягивать, ну, максимум сантиметр. Но она говорит, что лучше это сделать лапароскопическим путем, то есть через проколы. И потом уже при помощи упражнений, там, когда восстановишься после операции, накачать живот, и будет классно. Вот, и я потом пошла в отделение в хирургическое, где занимаются именно и диастазами, и грыжами. И хирург посмотрел и сказал, дамочка, ищите себе тренера, хорошего реабилитолога, сначала укрепляйте все мышцы живота, плюс мне сказали, что прямые мышцы у меня все равно работают. Просто диастаз на тот момент, вот пару лет тому назад, когда я обследовалась, он был на 4 пальца, там плюс-минус, и грыжа у меня, ну вот тогда еще была опасность того, что она может выскочить, или я не знаю, как защемление, я просто на польском как бы общалась с докторами, я не знаю, как это правильно все называется на русском, вот, поэтому рассказываю буквально на пальцах, вот как подружкам, да, я же вам тут не специалист, если у вас такие неприятности, ходите так же, как я, по докторам, но я знаю, что диастаз и грыжа — это очень большая проблема многих девушек, вы просили осветить это, что и как. Короче, я полтора года тому назад нашла спортзал. Это не тот спортзал, куда ходят заниматься абсолютно все. Там есть тренеры, причем они занимаются
и урологии, гинекологии, всякими там посттравматическими реабилитациями перед беременностью, во время и после, в том числе животом. Вот, с органами у меня все окей, нет никакого там давления, никуда они не опустились. Короче, я занималась, знаете, ты, конечно же, не можешь выполнять большую часть упражнений, но тебе нужно активировать мышцы живота и при этом укреплять весь кор и ноги. Ну, короче, тренера своего я обожаю, она очень много раз спасала меня, когда... Я буквально на четвереньках к ней приходила, если я что-то там сделала, перегрузила спину и говорю, пожалуйста, спаси, помоги, я не могу дышать. Был период до того, как я к ней пошла, что я не могла наклониться в ванную, чтобы помыть голову. То есть как щелкнет что-то и не туда, и не сюда, и не дышать, и до телефона не дотянуться. И поверьте мне, что это не смешно. Вот, и за полтора года как бы все окей, у меня не было цели как-то похудеть или накачаться, или проработать что-то, у меня была проблема, да, я вообще получила указание от хирурга, что иди занимайся, причем не 1-2 месяца, а это занимает длительный период, и посмотрим, что из этого получится, а грыжу потом мы аккуратненько уберем при помощи вот этих проколов лапароскопическим путем. Хотя такой диастаз 4 сантиметра, 4 пальца, в Польше измеряют пальцами, вот, это достаточно много, и как бы вероятность того, что мне что-то поможет, была небольшой. Мы недавно проверили снеги с моим тренером, прежде чем я снова пошла к хирургам. Диастаз ушел, то есть у меня сейчас, ну как ушел, не совсем, он просто уменьшился, ушел на 2 пальца, вот настолько он у меня сейчас. Ну и, конечно же, грыжа никуда не делась, но так как диастаз уменьшился, то это не настолько уже опасно, что с вот этой грыжей что-то может произойти, и теоретически ничего не случится, если я даже там подниму 20 килограмм чемодан где-то в аэропорту. Ну, вот знаете, нет такой опасности, что я окажусь на скорой. И когда я сказала об этом в Инстаграме, многие мне писали, там, что у вас, как вы через это проходили, блин. И некоторые девочки рассказывали, как они оказывались на скорой, в том числе и моя знакомая. Мы не так давно общаемся, поэтому как-то до этой темы мы еще не дошли. И она говорит, Оля, у меня было то же самое, но у нее... Вторая беременность была сложной, точнее, роды. И беременность такая, да, и роды очень сильно травмировали многое, и у нее тоже был диастаз, и тоже грыжа, правда, диастаз у нее был гораздо больше, и у нее была опасность того, что все закончится вообще стомой. Если вы не знаете, что это такое, то, блин, я просто знаю, это было у моего самого близкого человека, одного из самых. И поверьте, это усложняет жизнь. Если это спасение жизни как выход, то, конечно же, ты соглашаешься, но саму себя довести до такого состояния нет. И, в общем, мне посоветовали несколько врачей, хирургов, и я уже записалась. Ну, конечно же, нужно ждать. И ближайшие свободные даты для визита – это конец лета. Так что я иду, и да, мне хирурги тогда говорили, что нет смысла разрезать все лапароскопическим путем, все можно аккуратно сшить, и потом восстановление гораздо проще. Девочки мне писали, позже спасибо большое, и из Германии, и из Чехии, также из Польши, что вам делали лапароскопическим путем, и через там полтора дня вы приходили домой, что быстро восстановились, и некоторые делали там уже пару лет тому назад, 5, помню, 7, писали, что забыли, что просто убрали ограничения из своей жизни, там восстановление уже точно не помню сколько, полгода, наверное, нужно быть очень-очень осторожной. Посмотрим, как это будет выглядеть у меня.
как все закончится, но я очень не хотела бы доходить до перерезания всех мышц, потому что вот когда делают абдоминопластику, да, иногда есть ситуации, когда по-другому нельзя. Иногда хочется еще как-то, знаете, откачать лишнее, там и эстетически как-то все подправить. Я готова фигачить в зале, я не могу себе позволить долго восстанавливаться. Ну, то есть я просто общалась с несколькими знакомыми, которые там за последние 2 месяца, человека 4 у меня сделала абдоминопластику из знакомых, тоже, кстати, после неоднократных родов, там безвыходная ситуация была, вот, и писали, что боль такая, при том, что некоторые девочки там и раньше грудь делали, кто-то нос, и говорят, это все, блин, цветочки, даже роды при этом цветочки, если бы знали, что это так больно, они бы не решились на это. Так, 14 минут. Хотела быстро рассказать, но у меня же как всегда. Да, вы просили меня делиться, что и как, поэтому, когда будет какая-то еще информация, а я, так как сказала, буду ходить к нескольким хирургам и потом уже принимать решение, что и как. Ну, не сама, а как скажут, так и буду делать. Но то, что я хочу зашить, это однозначно. Я еще недавно чихнула, и у меня что-то зажалось, ну, нерв какой-то просто на животе. Девочки, у меня была такая паника, я думала, что это оно. Я, господи, потрогала, посмотрела, что это, где мой телефон вообще, можно шевелиться, нельзя. Ну и плюс, конечно же, если ты будешь неосторожно делать какие-то упражнения, нагружать свой организм, то это все страдает, и я сделала все, что было в моих силах. Вы говорили мне о тейпах. Моя тренер также ставит тейпы. И она один раз ставила мне на спину, когда у меня она побаливала больше, чем обычно, для того, чтобы поддержать мышцы. Но она сказала, что живот в моем случае не нужно обклеивать, потому что прямые мышцы живота у меня работают. Но перед выполнением любых тренировок я всегда обязана их активировать, и тренер за этим следит, и, конечно, это не дешево, то есть я плачу за каждое занятие с ней 160 злотых, но это самые хорошо вложенные деньги в себя, в свое здоровье, потому что это не про визуальные составляющие, да, мне это было необходимо, вот, и дай бог, чтобы все обошлось легкой операции. Ну а если нет, в любом случае я и так укрепила мышцы живота, и мое восстановление будет протекать проще, легче, и я быстрее вернусь в форму. Так что, девочки, здоровья нам всем, и мы совсем способны справиться, но никогда не запускайте ситуацию, всегда следите за своим здоровьем. И косметика, укладки волос, это все прекрасно, да, но главное хорошо себя чувствовать. Я себя чувствую не очень, но пойду сдам анализы и буду восполнять дефициты, так как я говорила. На этом будем заканчивать этот влог. Не забывайте поставить пальчик вверх и пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.